Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Black Mesa, продолжаем путешествовать по этой огромной научной станции, по этому комплексу. В последней серии мы вдоволь накатались на мотовозах и прибыли в итоге в центр запуска ракет, потому что у нас есть дело, то есть мы хотим запустить вот именно эту ракету в космос. На ней находится спутник, таким образом мы дадим знать всему миру, что тут происходит, что тут творят вообще эти отмороженные военные. Военные, естественно, уже тут все оккупировали и не позволят нам это сделать. Но, тем не менее, в руках у нас дробовик, главный герой. Является Гордоном Фрименом. И нам нужно подниматься наверх. Давайте, в общем, осваиваться что-то да как. Пожалуй, мне нужно взять какой-нибудь... Вот такое хотя бы оружие, потому что здесь они стреляют издалека, а с дробовика на такое расстояние стрелять это обалдеешь. Так, насколько я понимаю, вот эти вот кнопки нажимаем, мы таким образом включаем тормоза, заглушки, которые помешают лететь ракете. Что нам на руку. Так, ну вроде тихо, да? Давайте подниматься. Я только боюсь, что... Вроде как военных нет, но боюсь, как поднимусь, чтобы в спину мне не настреляли. Кругом защитные двери. Я вроде тихо. Так, я все правильно понимаю? Вроде как правильно. Ну-ка. Шо? Ой-ой-ой-ой. Откуда? Вайбл-вась. Там их двое, что ли? Готов. Так, сложность у нас какая стоит? Я сейчас загрузился, скорее всего, опять перешло на... Ну, на обычном, ладно, на обычном стоит. Короче говоря, ничего я с этим не могу сделать. И, в принципе, меня обычно устраивает, просто... Не устраивает то, что он сам по себе сбрасывается. Каждый раз, когда я захожу на новую локацию, сложность все время сбрасывается на... Ух ты, я все правильно сразу сделал. Сложность сбрасывается нормально, вне зависимости от того, что я думаю по этому поводу. Ну да ладно. Офигеть, ты, я надеюсь, не взлетишь сейчас, пока я тут нахожусь, а то меня выжжет просто к чертовой матери. Че, братень? Какая бандура, офигеть. Так, ну ладно. У нас был какой-то непонятный. Что-то где-то снизу открылось, по-моему, нет? Вообще как-то... Вон там. Что-то как-то с опаской я так ко всему к этому настроен, честно говоря. Ну ладно, тут у нас мотовоз. Нормально. Обожаю местные мотовозы. Поехали потихоньку. Они прикольные. Так. Тормознем. Да блин. Ай! Ай! Че ты меня не слушаешься? Так, все, вот тут остановись, пожалуйста. Че-то военных не видать давно. Уже целых минуты две. Подзарядим, сейчас я чувствую, что это будет. Хорошо, сохранились. Поехали потихоньку, помолясь. Я думаю, просто мы подбираемся уже к центру управления. Раз это центр управления, то там будет сейчас серьезное мясо. У меня, в принципе, неплохо получается. Я не могу сказать, что я как-то плохо стреляю в этом прохождении. Хотя в последней серии, конечно, пришлось пострадать от местных солдат. У них самая главная проблема... Вернее, у меня главная проблема от них, это то, что когда они меня видят, у них искусственный интеллект устроен таким образом, что сразу же в ту же секунду меня там, если я даже край ушка высунул за угла, в него летит пуля. То есть практически не промахиваются. С реакцией у них все в порядке. Это хардкорно, это хорошо, но поначалу это удивляет. Так, понятно, это нас сейчас вниз или наверх повезет? Скорее всего, наверх, поэтому давайте-ка я сойду. Не доехали. Ну да, хорошо. Давайте посмотрим, что там происходит.
Вроде тихо, да? Отлично. У нас уже ночь, когда все начиналось. Мы опаздывали, конечно, на работу, но тем не менее было раннее утро, так по ощущениям. То есть сколько уже наш герой пытается тут выжить, это же обалдеть. Так, вроде все тихо. Давайте ехать дальше. Давай, Гордон, мы смогем. Народу вроде нет. Так, хорошо. Шо, тихо. Там, по-моему... Твою мать. Все, приехали. Там, по-моему, парень был на пулемете сидел, нет? Какая нафиг рука? Жалко, что я ему в руку попал. Ну давай, вылазь. Сложнее все пошло. Твою мать, ну да, точно. И как я сейчас буду преодолевать это расстояние? Бежать, скотина. Ой, присядь. Так, и как же мне преодолевать-то это все? Может, мне вообще не туда, может, не... Так, тут у нас еще один мотовоз. Но он не поедет вроде, да? Понятно. Вот о чем я говорю. Стоило высунуться, он уже шарашит сюда. Так, давайте мы пробежим вон туда, к той двери. Я чувствую, мы сейчас будем его обходить. Да блин, а что ж ты? Вот это вот неоднократно уже замечено, то, что герой иногда застревает на ровном месте. Так, братюня, извини, но мне это сейчас более нужно, чем тебе. Определенно. Замечательно. Сюда мы не войдем. Так, ну что ж, остается пошвырять, что ли? Вошло, нет? По-моему, вошло. Да, он там что-то... Все, хорошо, уехал. Что-то сегодня у нас со стабильностью игры как-то прямо она подскакивает. То нормально, то до 15 кадров в секунду. Непонятно. С Фрафтом все-таки эта игра, как и все игры на Сурсе, не очень хорошо дружит. Так, ну что, ребятушки. Так, судя по всему, потому что тут пулемет. Я думаю, сейчас спины на нас. Народ ломанец, нужно быть осторожным. Ну да, я угадал. Да хватает и... так, ладно. Это была ошибка. Ладно, все пошло не по плану. Хорошо. Че ж так трудно с тебя схватиться-то, а? Ну теперь-то уже никого нет. Я надеюсь, мне хотя бы хватит, чтобы подзарядиться. Чарджер он вообще полный, так что все нормально. Ладно, пойдет. Блин, вот для таких дальних расстояний пушки, по сути, то и нет сейчас. То есть есть револьвер, но на него патронов вообще практически не дают. Хорошо, ладно. Довольно коряво все идет, но, по крайней мере, мы живы, а не мертвы. Это самое главное. Обалдеть, военные пока что самые нелюбимые противники. Они серьезно, не просто там какая-то опасность, а именно серьезно пытаются убить. У них временами это получается. Так, подожди, я что-то... Кто это парень Фриман? Они говорят, он был в самом начале. Команде ученых. Ты думаешь, он ответственен за все это? Возможно, он саботер? Может быть. Я точно знаю, что он убивает моих ребят. Да, он заплатит. Да, уж точно заплатит. Что ж, ребята, посмотрим, кто из нас сейчас заплатит.
Так, вот эти я как-то пока не нашел им применения особого. То есть их можно расставлять, но... Офигеть. Раз, два, три, четыре. Да как ты выжил-то, а? Так, погнали. Сейчас, похоже, что-то будет. Ну что, ребята? Обалдеть, он... Да чё ж ты... Нормально. Короче говоря, блин. Как он выжил-то вообще, мать его за ногу? Ну-ка. Нормально. Так, сохранились и погнали. Да, так мы, похоже, проблема у нас будет с выживанием. С обычным пистолетом больше шансов выжить, на удивление. Еще. Вот наша ракета. Ну, давайте. Ого, хорошо. Твою мать. Граната. Откуда? Получи, тварь. Вы мне, гады, еще за Севастополь ответите. Все, или еще есть желающие? Хорошо, допустим. Неплохо прошло во второй раз. Первый раз было, конечно, посложнее. Там у меня как-то кританули, что ли, я не знаю, или как это называется, что у меня так мало жизни осталось. При том, что у меня и броня была полная. Похоже, из дробовика дуплетом в упор. Кстати говоря, про дробовик говорят, что у него, мол, на самом деле не два ствола, и вот этот мощный выстрел на второй кнопке мыши, это, мол, как может быть два выстрела, то есть с одного ствола? А очень запросто, то есть два патрона сразу досылаются, и это армейский дробовик, у него есть такие приколы. Дробовик на самом деле это подноствольный. У него снизу шнековый магазин, это не второй ствол. В нем патроны. Так что вот. Сюда идем, похоже. Ладно, живой. Так мы в серверной, что ли? Я под это не подписывался. Че, гражданских убивать? Так, солдатам, смотри-ка, не нравится то, что гражданских приходится убивать. Но тем не менее, вы убиваете, ребята, вам за это придется ответить. Еще? Я знал, где они находятся, потому что этот момент из трейлера. То есть трейлер был к месту, когда вышел, там как раз показали вот этот вот участок игры. Но больше вроде никого не должно быть. Все-таки... Ух ты. Ого. Только хотел сказать. Очень прикольно все стилизовано под технику именно конца 90-х годов. Пузатенькие мониторы по большей части. Ну, здесь, кстати говоря... Блин, это место меня разочаровывает. Я только хотел похвастаться, что вот прикольно, все как в 90-х, пузатенькие мониторы, все такое достаточно корявенькое. И тут у нас сразу LCD стоят. Что ж такое? Помню я, когда LCD мониторы. Так, возьмем. Когда LCD мониторы только начали появляться, это казалось что-то на самом деле с другой планеты. Плоские. Они мне, кстати, до сих пор меньше нравятся, чем эти пузатые, потому что на пузатых там изображение, на мой взгляд, лучше было. Так, ну что, запускаем спутник. Я помню этот момент из оригинальной игры, тут все выполнено маленько по-другому. Там наоборот такое окно было, и на него ширма такая нарезала. А тут езжает. Так, ну что? 20 секунд до запуска. 15.
10, 9, 8, 7, 6, 5. Поехали! Давай, давай! Я надеюсь, его средства ПВО не собьют или лазером там. В принципе, это было бы логичным, да? То есть несанкционированный запуск ракеты, это... Такие дела отслеживаются. Но эта ракета, видимо, вышла. Хорошо. Тихо. Офигеть. Ты посмотри, какой шлейф за ней. Ну, топливо там на самом деле какое-то мега токсичное, поэтому чего удивляться-то. Ребята, ребята. А что же вы вязались? Сканер сетчатки. Так, слушай. Прикольно. А если я, допустим... пройду, похоже. Я протиснулся, честно говоря. Может, мне ученого как-то подтащить сюда? Хотя тут трупы таскать нельзя. Ну ладно, попробовать стоило. В некоторых комментариях я заметил, раздражает, что я на картах постоянно хожу. То есть, при сиде. Я вот такой. Мне нравится. То есть, так четче прицеливание. Меньше разброс. Я надеюсь, ты долетела. Пусть люди узнают, что тут происходит. Это, конечно, им не поможет, если мы будем отталкиваться от событий второй части. Ну, узнают они. Еще все равно через несколько лет тут уже всему этому конец. Но, тем не менее. Куда идти-то? Ага, вот. Оттуда я пришел. Хорошо. Так, что-то, судя по тому, как этот мотовоз криво стоит, мы на нем далеко не уедем. Мы, по крайней мере, выбираемся отсюда, пока подкрепление не пришло. Здесь, так, по ощущениям, все в аварийном состоянии было еще до, то есть, нашествия. Но здесь кругом ящики военных, поэтому вполне возможно, они все разломали. О, там вообще что-то все плохо. Так, ну что, ребята? Мне бы что-нибудь дальнобойное. Я не знаю, здесь штурмовые винтовки есть? То есть полноценные автоматы? А нет, пистолет-пулемет. По-моему, нет. Мне бы очень не помешало, потому что точности вот у этого оружия очень не хватает. И мощности. Куколка, по большей части. Так, ладно, спускаемся все. Ящики я ломать не буду. Надеюсь, самые такие растят меня за это. Потому что мне и так все хорошо, в принципе, сейчас. Ну, вроде тихо, да? Смотри, как коротит. Главное, вортов пока нет вроде. Сейчас. Сейчас на карту похоже. Да вы шутите. Офигеть. Это прям бульдозер какой-то. Так, ну-ка. Самый офигенный мотовоз. Лучше не было. Так, отлично. Блин, все лучше и лучше. Я не знаю, вот как можно не любить эту игру. Это выше моего понимания. Она, по-моему, просто великолепна вообще. То есть это полноценная игра, созданная по мотивам первой части Half-Life. Это никакая не модификация. Именно ремейк. И именно в качестве ремейка она просто рвет крышу, потому что таких качественных ремейков я еще не видел ни разу в жизни. И то есть уже вторая игра в этом году, которую я могу назвать игрой года, при том, что она по сути является... Ой. Что-то я управление потерял. Охренеть. Так, ладно, там солдатик был. Но мне, похоже, придется туда идти. Я вынужден туда двигаться. Короче, вторая игра уже в этом году, которая, по сути, является
компиляции, то есть движка Half-Life 2 и идеи первого. Ну, по сути, модификации все равно. Но при этом я ее могу назвать именно кандидатом названия «Игра года». Первая игра — это DayZ. То есть совершенно неожиданно, несмотря на всю корявость и несмотря на то, что игру испортили тупые дети, которые набежали в большом количестве. Все равно DayZ это по-настоящему придумали новый жанр. И сейчас игры в этом жанре собираются выйти сразу несколько. То есть понятно, что это дело пойдет в массы. Так, вроде нормально. Да где ты? Хорошо, во строю было. Короче, вот такие дела. Две игры, которые дарят мне больше всего ярких эмоций в этом году, это модификации. DayZ, глобальная конверсия Arma 2. И Black Mesa, глобальная конверсия Half-Life 2. А, собственно, по таким играм крупнобюджетным я даже затрудняюсь сказать, что в этом году было такого, что прям крышу рвало. Mass Effect в третьем были места, где там на самом деле так о, прям. Допустим, когда там на Землю в первый раз прилетаешь, и вот это вот мясо и там эти жнецы, это просто было что-то с чем-то. Что еще в этом году было такого по играм? Это я даже не знаю, честно говоря. Будет еще, конечно, в конце года, я думаю, и Dead Space, или он выходит в начале 13-го. Офигеть, это что за колодец? Это сюда улетела наша машинка. Похоже на то. Странно она как-то. Так, а тут у нас, похоже, безопасный спуск туда, да? Очень удобно сделали вот это вот, то, что подходит. Твою мать. Здесь нет червячков. Потому что в оригинальной Half-Life, насколько я помню, там в воде плавали такие мерзкие маленькие тварюшки. Но здесь вроде такого нет. Этот элемент решили. Решили его создавать. Так, мне похоже сюда нужно. Вообще пистолет в игре просто универсальное оружие. То есть очень удобно с его помощью. Блин, я ненавижу затопленные помещения. Помните, я в предыдущей серии говорил, что гермоворота, за ними там все затоплено, похоже, в некоторых местах. Вот подтверждение. Так, это что такое? Секунду, у меня тут небольшие сложности. Ну ладно. Вроде тихо, да? Сюда-то, я надеюсь, солдаты не добрались. Так, сидит удобнее. А меня, кстати, давно интересует, можно ли в данной игре вот эти вот огнетушители, которые кругом понараставлены. Ну нет, похоже, как-то их... Таракашки. Взорвать их нельзя. Ну и ладно. Так, разрушенный огромный колодец. Это, похоже, еще одна пусковая шахта, что ли, или что? Ну, судя по тому, что сверху там у нас створки, да. Еще что-то затопленное. Так, куда же нам идти? Ой, ненавижу. Ненавижу такую вот мутную воду. Ага, вот и наш мотовоз. Припарковался. Так, сейчас самое главное не задохнуться. Ага. У меня такое ощущение, что я знаю, что делать. Во второй халфе там в одном моменте был подобный пазл. Ну-ка. Так, хорошо.
Но ничего не происходит, да? Надо еще такие же. Вот тут у нас еще такая же была. Баллон с воздухом. Балласт. Понятно, похоже, нам, короче, нужно, похоже, преодолеть вот этот мост. Забраться вот сюда. Так, ну для этого нам нужно... Понятно, блин. А, я застрял. Все, к ядрене фене затоплено. Так, ну, по крайней мере, я видел два балласта, я думаю, нам их хватит. Потому что больше я все равно не вижу. Так, держи еще. О, хорошо. Я не уверен, хватит ли этого. Давайте еще. Да, в принципе, я думаю, хватит. Давай, 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 давай. Отлично. Так, ну и... С Богом. Чуть-чуть. Чуть не упал. Становит мясо какое-то. А, харчит, смотри. Джок, лови. Минус. Голова просто пробита. Это же какой кошмар. Наверху еще один, да? Или сквозь проходит? А, вон она как. Кстати, не очень хорошо. То, что пока их не сагришь, с ними ничего не происходит. Мне это не нравится. Приятного аппетита всем. У нас тут на обед желе подают. Или на ужин, скорее. Судя по тому, что на дворе такой вечер или даже ночь. Скорее не поздний вечер, чем ранняя ночь. Солдаты. Я, в принципе, ничего не имею против того, что вы харчите солдатов, потому что они какие-то вообще берега потерявшие. Что-то это просто кошмар какой-то. Так, ладно. Эта дверь откроется. Похоже, что нет. Аварийные двери, они вообще, похоже, только ломиком мы их сможем. Хотя у нас есть ломик. Ну, поняли. Так, а с этой стороны я не был еще. Что-то у меня как-то вот это вот все доверие не вызывает. Если я сейчас попробую перепрыгнуть. Ну, давай, давай. Отлично. Сейчас бы точно сверзился. И потом как бы у меня отсюда выбираться. А, ну у меня другого выбора, похоже, нет. Ну в то. Спрыгнем тогда. Эта дверь навряд ли откроется, но попытка не пытка, как говорил товарищ Берия. Естественно. Остается только опять холодную воду голой попой. Понятно. У нас только один проход, и он ведет куда-то вниз. Мне не нравится, я не люблю под водой. Особенно в коридорах, в которых непонятно, будет ли где воздухом подышать. А, воздуха нет. Ох ты, ёкарный бабай. Давай, 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 куда-нибудь. А, все, выплыли. Это где это мы вообще? Здесь нахрен все затоплено вообще. Это я честно скажу, у меня боязнь таких мест. Просто не люблю большие такие просторы воды в играх, естественно. Так, и куда же мы приплыли? Что это нам дает? Что-то я пока что могу сказать, что не дает вообще ничего. Давайте осматриваться.
Дверь за давление воды не открывается. Так, тут у нас ничего. Ну, так, подожди. Ах, не стревай. Вот главная проблема пока что модификации, это то, что она как-то... А, вот, смотри. Не оптимизирована в плане того, что часто застреваешь вообще за невидимые препятствия и цепляешься. Ненавижу. Ненавижу такие места. Давай, давай, куда-нибудь. Так. Прям представляю, как герой такой... Воду сплевывает. Так, а что это там? Там какое-то давление... Ой, не давление, вернее, течение дикое, похоже. Куда я не особо хочу, потому что оно точно нас унесет. Туда, куда мне неохота. Блин, какое в игре красивое пламя все-таки. Вот так, секунду. Хорошо. Скотина. Не будь я в костюме, я бы сгорел сейчас. Спасибо. Спасибо, блин, большое. Твою мать. Природный газ. Так, я не думаю, что это хорошая идея туда ломиться. Придется нам заныривать вниз. Жариться, честно говоря, неохота. Ох, офигеть. Ох, ох, ох. Я утону сейчас к хренам. Давай. Фу, так. И куда же там плыть, я не понял. Так, вот так идем, пошел. Пошел. Давай, ну. О, блин, течение какое. Давай, 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 давай. Фу. Фу. Блин, насколько все-таки разнообразная игра, это офигеть. Вот. За что ее изначально хвалили и не перестают хвалить до сих пор, это за разнообразие игровых ситуаций. Ну где еще, в какой игре похожего жанра такое заметишь? Даже Dead Space, который очень похож на первый Half-Life, он все-таки там гораздо меньше всяких вот таких приколов. Здесь уже что только мы не делали. А уж с водой это вообще какой-то эпик. Так, ладно, приплыл я, и в итоге нам дверь откроется, хорошо. Блин, и фигли. А, вот, смотри. А как я первый раз не заметил, можно было не рисковать здоровьем. Давайте посмотрим, там ничего больше не было. Нет. Патроны. Рожки всегда хорошо. Нет, больше ничего нет. Ладно, система пожаротушения, конечно, отлично. Тихонько. Да, я знаю, нет дверной ручки. Мне охота потрогать ее. А то сейчас в комментариях напишут опять. Артур, дверь, у которой нет дверной ручки, ее нельзя открыть. А я хочу попробовать. Это как-то жутковато это все. Представьте, просто вот по, ладно, там по каким-то обитаемым местам ходить, в которых хоть враги, но враги и люди есть. То есть другое дело, вообще заброшенное место, которое вообще никого, полная тишина. Страшно. Твою... Твою мать. Я думаю, это прекрасный, прекрасный повод завершить эту серию. Я сейчас пойду поплачу в подушку. В следующей серии мы двинемся, собственно, дальше. Там у нас
Похоже, проблемы с водой не закончены. Теперь у нас более интересные проблемы с водой. Теперь вообще кошмар какой-то. Игра просто офигительная. Не перестает радовать, не перестает удивлять. И с каждым разом... Ну, как удивлять? То есть мы это все видели, но я, по крайней мере, забыл. Короче, это все очень круто. Просто очень круто. Мне очень нравится. Это пока что, блин... Давно, короче, я не получал столько удовольствия от игры. Надеюсь, вы также. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.